В школе номер 7 состоялся межрегиональный семинар-практикум по теме «Формирование функциональной грамотности на уроке и во внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в рамках плана деятельности инновационных площадок». В работе семинара приняли участие около 40 педагогов из разных районов Ивановской области, из города Волгореченск Костромской области, а также из школ Фурмановского района. В практической части семинара педагоги посетили открытые уроки и занятия курсов неурочной деятельности. Так, на своем занятии учитель начальных классов Наталья Митрофановна Сахарчук представила свой опыт работы по формированию математической грамотности младших школьников средствами математического комплекса нового поколения «Математика. Быстрый счет». Учитель начальных классов Татьяна Евгеньевна Малкова продемонстрировала участникам семинара свой опыт по формированию естественно-научной грамотности средствами модульного курса «Окружающий мир», организацию опытно-экспериментальной деятельности в рамках внеурочных занятий модульного курса «Окружающий мир. Наблюдения, эксперименты, проекты» продемонстрировали сразу два педагога школы. Марина Юрьевна Смирнова провела внеурочное занятие по теме «Волшебная сила воды», в ходе которого первоклассники узнали о взаимодействии воды с различными веществами. Проведя опыт, дети узнали, чем морская вода отличается от пресной, научились читать с помощью воды невидимые записи, наблюдали, как вода из одного сосуда перебегает в другой, начали долгосрочный опыт по окрашиванию цветов. Ольга Валерьевна Антоненкова провела внеурочные занятия по теме «Красота воды». Классный кабинет на время превратился в Академию чудес. На занятии школьники учились видеть не только красоту воды, но и сами ее создавать. Они провели много опытов, создали радужный дождь, рисовали необычные рисунки, создавали нужные растворы, пускали мыльные пузыри. Елена Валентиновна Козлова представила коллегам свой опыт работы по формированию читательской грамотности младших школьников. Она познакомилась коллег с новым учебно-методическим комплектом «Читательская грамотность издательства «Национальное образование». Педагог продемонстрировала приемы работы с информационным текстом, а также представила систему заданий в учебном пособии, направленную на совершенствование читательских умений обучающихся начальной школы. По итогам семинара-практикума состоялся круглый стол. Семинар получил высокую оценку коллег. При подведении итогов гости отметили профессионализм педагогов школы, активность и высокую мотивацию учащихся начальных классов. С прошлого учебного года наша школа является инновационной площадкой как раз по теме формирования функциональной грамотности младших школьников. Мы сотрудничаем с Национальным институтом качества образования. В прошлом году мы давали подобный семинар и в этом году продолжение. Наши творческие педагоги всегда открыты к инновациям. Они всегда стремятся внедрить в свою работу что-то новое, чтобы учебный процесс был более эффективным и интересным для ребят. Педагоги единодушно отметили несомненную пользу от участия в семинаре. Коллеги выразили мнение, что это был не просто семинар, а калейдоскоп инновационных педагогических находок. Семинар мне очень понравился. Все было здорово, восхитительно. Учителя первоклассно все отработали, показали работу именно с теми УМК, которых у нас сейчас еще в Костромской области нету. Они, то есть, внедряются постепенно. Многое для себя взяли. То есть, вот были мы на уроке математики, мы посмотрели, как и ребята отработали тему космоса, и работали с тетрадочками, и быстрый счет, и все. Для себя я много вынесла. То есть вот как раз-таки касаемо быстрого счета, что вот с детьми отработать. На уроке окружающего мира тоже было очень полезно и информативно то, что были опыты. То есть дети с помощью опытов поняли, что действительно там нужно здоровый образ жизни соблюдать, гигиену. Вот сейчас мы были на читательской грамотности, то есть тоже много для себя вынесла. Например, то, что можно текст разделить по частям и каждую часть отработать там. Либо задание с таблицами, либо может какие-то вопросы интересные задать. То есть семинар мне очень понравился. Я была в восторге и многое для себя, для работы, для будущей выяснила. Светлана Баварская, Виталий Озгринкас, телеканал Фурманов ТВ.